Всем привет! Меня зовут Андрей Куцаенко, я лидер сибирского здоровья в Сербии. Я принял решение заниматься построением международного бизнеса, потому что это уникальная возможность для личностного развития и возможность построения международного бизнеса в нескольких валютах и в нескольких странах. Я приехал в Сербию, чтобы создать активную команду лидеров, которые будут заниматься продвижением бренда в Сербии, на Балканах и во всем мире. В Сербии я уже живу и работаю 3,5 года, доход моей команды более 1,5 миллиона рублей. В данный момент товарооборот около 65 тысяч баллов, из которых 10% генерирует Словения, 10% Россия и другие страны и 80% Сербия. Добрый день, сибирское здоровье! Я Светлана Делич и мой супруг Драган, мы из Сербии в ранге профессионала. Продукты сибирского здоровья любят в Сербии, потому что они 100% натуральные, потому что они работают и потому что они из России. За нас и наидрагоценнее, что компания «Сибирское здоровье» континуирано развивает новые производы, поштует наградный план и развой бизнеса реально могут. Чек нашей структуры – 1 200 000 динаров или 10 тысяч евро в месяц. Наша следующая квалификационная позиция лидера – отваранье в июне, затваранье в декабре 2018.